Кресна чертав Моїсей в прямо жезлом черное пресече Ізраїлю пешеходящу, то же обратно фараоновим колесницам ударив совокупим, вопреки написав, не победимо е оружием, тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися. Жезл в образ тайни приемлеця, прозябенієм, бо претразуждає священникам, не плодящей же прежде церкви, ни не процвете древо креста, в державу и утверждение. Услышав Господи смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество. Отре блажено е древо, на нем же распяся Христос, Цар и Господ, им же падем древом преустиви, тобою преустився, Богу пригвоздившуся плотию, подающему мир душам нашим. Водного зверя во утробе, дланио нам крестовидно распростер, спасительную страсть прображаше явем, тем тридневен ишет премирно е воскресение прописаше, плотию пригвожденого Христа Бога и тридневним воскресением мир просвещаго. Безумноем веленіем мучителя злочестивого люди поколебам, дишуште прештеніє і злокуленіє Богомерскоем, обаче три отруки не устраши, я розверская, ні оган знедяй, но против одишу, что росоносному духу, с огнем суште пояху, препети отцефи нас Боже, благословене си. Хвалим, благословим, поклоняемся, Господе, ви, поющи, превозносяще во вся веки. Благословите, отроци, троици равночислени, судетеля Отца Бога, пойте снишече словом, йоган фросу претворшем,
и превозносите всем жизнь, подавающего Духа Всесвятаго во веки.